Ну вот, все. Побывал в травмпункте. Получил вот такую бумажечку, справку о нанесенных побоях. Сказали, наблюдайтесь, если в течение 2 дней появится тошнота или что-нибудь, обращайтесь в травмпункт. Ну, спросили, сознание теряло? Говорит, да ничего я не терял, господи, сознание. Давление только скаканово. Вон, синяк, ядрен батон, блядь. Вроде не было, а теперь вырос. Ха-ха, вздулось. Вот так вот. Все. Сейчас потихонечку, пердящим паром, возвращаюсь на 41-ю подстанцию. И как-то надо будет домой добраться. Все. Оттуда, с этого травмпункта, все в милицию перешлют. Ну, надеюсь, раскрутим это дело. Так я не оставлю это все дело.